Russian Travel Guide HD. Если сомневаешься в нашей силе и могуществе, посмотри на наши постройки, гласила надпись на дворце Тамерлана. Утвердить свое величие и остаться в веках – цель любого правителя. Грандиозный замысел Петра Великого, Санкт-Петербург, стал памятником могущества российских властителей. Каждый из них – стремился сказать собственное слово в истории имперской столицы, воплощая в жизнь мечту своего предшественника о парадизе, рае, созданном на гиблых северных болотах. Монументальные дворцы заполнили пространство Невских берегов. Вертикали соборных шпилей пронзили низкое небо. Доминанты Петербурга говорят с нами языком архитектурных форм, напоминая о деяниях их создателей. Петропавловский собор. Главный символ Петербурга, с которого начинался город. Звание самой высокой доминанты он сохранял почти 300 лет. Его золотой ангел парит над Санкт-Петербургом на высоте 122,5 метра. Петр I хотел, чтобы колокольня храма была выше, чем у московских церквей. Этого требовал столичный статус нового города. Весна 1703 года. Северная война в разгаре. Молодой русский царь Петр отвоевывает у шведов Ингерманландию. Ему как воздух нужен выход к Балтике. Он уже видит, как построит флот, будет торговать с Европой, сделает свое государство могущественной империей. И первым шагом становится закладка крепости в устье реки Невы. Петр нарекает фортецию именами святых Петра и Павла. Он торопит строителей. Земляные валы растут стремительно. Военные действия продолжаются совсем рядом. Но крепость без храма, как тело без духа. И вскоре в центре укреплений вырастает собор. Сначала деревянный, позже прямо вокруг него возводится каменный, на века. Новый храм не имеет ничего общего с русским церковным зодчеством. Его прямоугольное здание характерно для западноевропейской архитектуры. И это становится символом грядущих перемен по всей России. Стиль собора, то, что позже назовут Петровским барокко, своеобразный перевод на русский с языка европейского барокко. Праздничность, но предельная ясность линий. Архитектор Доменико Трезини смог выполнить задачу Петра и уйти от слепого подражания Европе. Статус главного кафедрального Петропавловский собор уступил Исаакиевскому только в 1858 году. Эта петербургская доминанта не самая высокая, 101 метр, но, безусловно, самая монументальная. Храм был заложен при императоре Александре I, победителе Наполеона. Этот правитель также сумел обозначить время своего царствования собственным архитектурным стилем. Творение Агюста Монферана – яркий пример александровского классицизма, отсылающего к благородным формам античности.
Интересно, что как Александр I приходился праправнукам Петру I, так и нынешний Исаакий – четвертое поколение изначального Исаакиевского храма, стоявшего на этом месте 300 лет назад. Это была маленькая деревянная церковь, где в 1712 году великий Петр венчался с Екатериной I. А в честь Исаакия Далмацкого храм назвали, потому что в день этого святого родился Петр I. Думал ли Петр, закладывая первую крепость, что создает новую столицу государства? Или строил лишь форпост для борьбы со шведами? Северная война продолжалась почти 20 лет, пока строился город. Но уже в 1704 году в письме царь определенно называет Санкт-Петербург столицей. В это время он ищет место для корабельной верфи Адмиралтейства. Без флота отвоеванные земли не удержать. Первый план Адмиралтейского двора, как его тогда называли, Петр начертил сам. Это была обычная верфь, обнесенная крепостными стенами на случай нападения. Внутри кузницы, мастерские и эллинги для строительства кораблей. В центре крепости возвышался деревянный шпиль, увенчанный флюгером в форме кораблика. Так родилась еще одна вертикальная доминанта Петербурга. Как и другие, она не раз перестраивалась, чтобы вписаться в новые петербургские ансамбли. И в этом одна из главных особенностей имперской столицы. Созвучие зданий, площадей, проспектов и каналов. Великолепная гармония форм. Но достигалась она непросто. Адмиралтейство сегодняшнее, третье по счету. В 1823 году архитектор Андриан Захаров перестроил его почти полностью. Он создал грандиозное сооружение, которое соответствовало новому статусу – центру знаменитого трезубца главных городских магистралей – Гороховой улицы, Вознесенского и Невского проспектов. Дорога к Невскому монастырю. Таково было первое название Невского. Ведь его предназначением было связать два главных центра новой столицы – военно-политический – Адмиралтейство и духовный – Александро-Невский монастырь. Проспект прокладывали с двух сторон – пленные шведы от Адмиралтейства, монахи со стороны монастыря. Стыковка прямой, как стрела перспективы, планировалось у Большой Новгородской дороги, нынешнего Лиговского проспекта. Но в расчетах вышла ошибка, и Невский оказался с изломом. Говорят, Петр так разгневался, что велел уложить всех монахов на месте излома и высечь. Это одна из самых известных легенд города. Но и сам Невский сегодня место легендарное. Главная улица великого города сложилась за три века в великолепный ансамбль, где выверен каждый акцент. От модерна стеклянной башни дома Зингера до коней Клотта на Аничковом мосту. Величественная доминанта Невского проспекта – Казанский собор. Ампир, восходящий к собору Святого Петра в Ватикане.
Император Павел I и один из влиятельнейших вельмож его времени, граф Александр Строганов, желали создать в столице Российской империи подобие римского величия. На участке, где должен был поместиться собор, теснились 11 мелких домиков и церковь Рождества Богородицы. К концу XVIII века этот скромный храм уже не соответствует своему великолепному окружению, дворцам петербургской знати. Новый оригинальный проект молодого архитектора Александра Воронихина не был воплощен до конца. Неправильная форма Казанского собора стала одной из его особенностей. Величественный храм своей колоннадой словно обнимает Невский проспект. Каждая доминанта имперской столицы несет в себе сакральный смысл. Так, финальная точка Невского, Александра Невская лавра, задумывалась Петром не просто как духовный центр. По преданию, именно у впадения реки Монастырки в Неву войска святого князя Александра Невского одержали победу над шведами в 1240 году. И монастырь — еще одно напоминание о национальных победах. «Мой парадис», — называл свое детище царь-реформатор. «Рай на земле». За 2 года до начала его создания он посетил европейские города: Прагу, Лондон, Амстердам, Вену. Все это так не походило на главный город русского государства – Москву. Петр желает построить абсолютно новую по духу и архитектуре столицу и тем самым провозгласить полную смену вектора развития России. Он опять чертит план, на этот раз летнего сада. Беседки, фонтаны, скульптуры. Чтобы осуществить замысел, рядом с местом впадения фонтанки в Неву осушают земли, роют каналы. Через 15 лет райский уголок, фрагмент будущего грандиозного парадиза под названием Санкт-Петербург, будет готов. Противник Петра, шведский король Карл XII, высокомерно заметил: «Пусть царь занимается пустой работой строить города, а мы оставим себе славу брать оные». Он попытался сделать это в 1708-м, направив под Петербург 14 тысяч солдат и 22 корабля. Но русские войска остановили неприятеля. Свой парадиз Петр уже не отдаст никому. Гармония линий, лаконичность композиционных решений, продуманные доминанты. В 19 веке среди простого народа ходила легенда, что Петербург был не построен, а просто спущен с небес на землю. Так поражала его царственная мощь. Сейчас кажется, что город и задумывался таким. Но был ли у Петра подробный план застройки? Официальный статус столицы Санкт-Петербург получает лишь спустя 9 лет с начала строительства, в 1712 году, после переломных сражений в Северной войне. Разрозненные новые постройки, несколько древних сельских поселений на Невских берегах. Так выглядит столица. Нужен единый план. Специально выписанный Петром из Парижа маститый архитектор Леблон создает грандиозный проект. Город-бастион, где в стенах огромной крепости
заключены Васильевский остров и устье Невы с Адмиралтейством и Петропавловкой. Предложение Петру понравилось, но замысел предполагает снос многих уже построенных зданий. От плана отказались. Вместо города-крепости на берегах Невы стал вырастать город, открытый всем стихиям, где главные доминанты – пространство, воды и небо. Васильевский остров. Именно ему первоначально отводилась роль центра города. Петр хотел превратить эту территорию в подобие Амстердама, который так полюбил во время путешествий. Вместо улиц остров должны были пересекать судоходные каналы. Но спустя два десятилетия после смерти Петра работы были остановлены, каналы засыпаны, превратившись в прямолинейную сетку улиц. В каждой петербургской доминанте виден характер властителя, при котором она создавалась. Главная доминанта Васильевского острова, архитектурный ансамбль «Стрелки», ярко отражает идеи Александра I. Император, пришедший к власти спустя полвека после Петра, победитель Наполеона, ценил античные простоту и величие. Форма здания биржи повторяет контуры древнегреческого храма. Растральные колонны – дань римской традиции. Этот период архитектуры вошел в историю как Александровский классицизм. Смыслы петербургских доминант различны, но чаще всего это знаки триумфа. Александровская колонна, центр главной площади города Дворцовой, воздвигнута в честь победы в войне 1812 года. Александру I благодарная Россия начертана на монументе. Александрийский столб должен был непременно вознестись выше Вандомской колонны, воздвигнутой в Париже в честь побед Наполеона. В итоге этот шедевр Монферрана стал самой высокой монолитной колонной в мире – 47,5 метров. По легенде, император Николай I, по чьей воле велось строительство, пожелал, чтобы лицу ангела скульптор придал черты брата – Александра I. Эта вертикаль завершила композицию Дворцовой площади. Ее ансамбль складывался на протяжении 150 лет. Здесь же находится главная доминанта императорской власти – Зимний дворец. Это здание дворца – пятое по счету. Первое в 1712 году было построено для Петра Великого и представляло собой двухэтажный деревянный дом. Последнее, нынешнее, начала строить дочь Петра Елизавета, как говорилось в указе, для единой славы всероссийской. Архитектор Бартоломео Растрелли завершил проект в 1762-м, уже при Екатерине Великой, создав образец елизаветинского барокко, редкий по своей торжественной простоте и величию. До 1905 года действовал запрет на строительство зданий выше Зимнего дворца. Так появился архитектурный феномен, известный как «небесная линия Санкт-Петербурга». Благодаря ему с крышей любого здания исторического центра можно увидеть практически весь город. Деяния Петра были столь значительны, что все, кто наследовал за ним трон, стремились отметить себя как его последователи. Петру I Екатерина II указала императрица на подножии медного всадника, как бы принимая эстафету. Этот монумент, доминанта Сенатской площади, дань царю-цивилизатору. Образ скульптора Фальконе, созданный по идее просветителей Дидро и Вольтера. Памятник не победе одного полководца над другим, а триумфу разума и воли над дикой природой.
Но не только стихиям воды и ветров противостояла воля правителей и зодчих. Одна из самых известных геометрических гармоний Петербурга, система трех лучей, была достигнута в борьбе со стихией огня. В 1736-37 годах в Петербурге случились страшные пожары. Сгорели целые кварталы в районе Адмиралтейства. По велению императрицы Анны Иоанновны, специальная градостроительная комиссия во главе с зодчим Петром Еропкиным составила первый генеральный план города. Помимо Невского, главными осями стали Гороховая улица и Вознесенский проспект. Один из трех лучей, летящих от Адмиралтейства, Измайловский проспект, продолжение Вознесенского. Золотые звезды на синем куполе Троицы Измайловского собора – самая яркая его доминанта. Один из храмов воинской славы – собор лейб-гвардии Измайловского полка – яркий образец ампира высотой 80 метров. Ампир, имперский стиль, стал для города определяющим, задающим главные ноты в звучании его ансамблей – ноты величия и строгости. Но тем ярче в строгом классическом аккорде петербургского ампира слышны редкие контрасты доминант других стилей. Одна из них – храм Воскресения Господня или Спас на Крови. Его праздничные пестрые купола на самом деле – Голгофа для России. Такую идею заложил в здании храма император Александр III, повелев выстроить его на месте смертельного ранения своего отца Александра II. Он хотел обозначить связь между мученической гибелью царя-освободителя от рук революционера и жертвой Христа. А русский стиль, характерный для храмового зодчества Москвы и Ярославля, подчеркивает самобытность русского пути, единство царя и народа. Михайловский замок – место гибели другого российского императора Павла I. Эта доминанта также контрастирует с ампиром, но совершенно другим образом. Похожий на средневековую западноевропейскую крепость, замок словно портрет своего главного автора, императора Павла. Магистр Мальтийского ордена, упрямец и романтик, он не любил Зимний дворец и много лет строил для себя эту резиденцию. Совсем другую по духу и стилю. Но прожил здесь всего 40 дней. Павел I поставил свой памятник Петру Великому и написал на постаменте «Правнук прадеду». Он тоже хотел войти в историю великим реформатором. Сменяли друг друга правители и архитектурные стили. 20 век принес с собой революции и глобальные войны, подчас безжалостно уничтожая достижения предков. Но ни один завоеватель не ступил на землю города Петра. Петербург сумел сохранить статус одного из прекраснейших городов планеты, заплатив за это высокую цену. В 21 веке на смену императорам пришли могущественные корпорации. Теперь они утверждают свое величие, соревнуясь высотой и монументальностью архитектурных доминант. Современный Санкт-Петербург сумел поддержать статус, заданный правителями Российской империи. Его новая гигантская доминанта из стекла, металла и бетона
Лахта-центр – самое высокое в Европе. 462 метра. При этом зодчие выполнили главное правило города Петра – созвучие разных элементов в одном гармоничном аккорде. Стрела стеклянного небоскреба, изящный изгиб вантового моста через Петровский фарватер и гигантский стадион, напоминающий космический корабль, этот ансамбль достойно выразил архитектуру новой эпохи. Золотой ангел парит над городом, охраняя его покой. Он словно соприкасается крыльями с низким северным небом. В Петербурге оно как нигде приближено к воде и земле, к дворцам и храмам. Петропавловский собор сохраняет статус главной доминанты города, исторической и самой первой. В нем покоятся все те, по чьей воле создавалась имперская столица – Петр I и многие его потомки. Доминанта на месте усыпальницы. Традиция, существующая со времен египетских пирамид. А город Святого Петра, складываясь на протяжении 3 столетий, стал единым целым, многоликой удивительной гармонией, сбывшейся мечтой о городе-парадизе.